Добрый вечер, уважаемые болельщики! Мы приветствуем вас на стадионе «Астана-Арена» на матче второго тура первенства Республики Казахстан по футболу среди команд первой лиги «ЖЕДЭС-АРЭС». Объявляем составы играющих команд. Состав команды «ЖЕДЭС» номер 31 – Алишер Сулеймен, номер 7 – Ринат Зайнуллин, номер 2 – Михаил Колбатыров, номер 5 – Саян Мухамов, номер 9 – Шота Шахимадзе, Роман Алахвардиев, номер 10, номер 19 – Абай Жунусов, номер 21 – Турнике Чернауи, номер 23 – Алмаз Сапаргалиев, номер 24 – Дархан Дюсенбеков, номер 25 – Дыржан Кульбеков. Главный тренер – Свечников Игорь Геннадьевич. Состав команды «АРЭС» номер 1 – Исмаил Аскер, номер 7 – Шамбулат Масултан, номер 4 – Нуралин Мамербаев, номер 5 – Сырбай Гавлей, номер 6 – Аманжонов Пеля, номер 9 – Тимерлан Амиров, номер 11 – Ганим Сулеймен, номер 18 – Ербулат Хралбаев, номер 28 – Кумасирек Сейчанов, номер 29 – Думан Турсунбай, номер 33 – Искандер Саджикаджанов, главный тренер Абухалим Булибаев. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
основному первому тайму тамамдаған алаңында. Бірінші таймның аяқталуына бір минут уақыт қосылды. Замена в составе команды «Женская». Вместо игравшего под 19 номером Абая Шумусова в игру вступает номер 22 Аслан Джанузаков. Thank you.
Құрметті Қазақстан баршаларыңызға осы жолда ниеттеріңіз қабыл болсын дейміз. Сіздер үшін арнайы коридорда ұсынысымдар сонымен қатар финикалар ұсынған. Оразаларыңыз қабыл болсын. Thank you.
пришел в данную ситуацию. Покидает поле. Вместо него выступает номер 77 Нурбол Анварбеков. Также в команде «Женес» замена. Вместо игравшего под номером 10 Робот Аллахбердиева в игру вступает игрок под номером 11 Мирас Амантаев.
Жеңіс командасында ойыншы алмасты. Нөмірі 23-ші ойыншы Алмас Сапарғалиевтің орнына нөмірі 4-ші Әділжан Дүйсенбаев шықты.
основному времени матча добавлено 5 минут.
Thank you.